Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. 31 марта вышел камбэк группы Cosmic Girls, WJSN. И я, как всегда, отреагирую, потому что я не теряю надежды получить от Cosmic Girls что-нибудь эдакое, замечательное. У них такие уже были вещи, вы про них, разумеется, знаете, я не буду повторяться, ссылка здесь. Вот, и... Давайте просто послушаем и посмотрим. Это новый их мини-альбом, там порядка 6 треков. Вдруг все будет здорово. К сожалению, в промо и, так понимаю, записи песни не участвовали 3 китайские участницы. Они вообще редко участвуют, у них постоянно какие-то конфликты с их этим графиком. Не со студией, разумеется, а именно с графиком. Они в Китае, у них свои активности, и поэтому вот Cosmic Girls им, к сожалению, не до них. Но ничего, девчонок там и так много, поэтому они справляются нормально. Перед началом реакции попрошу поставить лайк. Для разнообразия пока только так. И, в общем-то, скажу спасибо моим людям, my people, людям, которые поддерживают меня на Патреоне, в особенности Шуру. Давайте, 3, 2, 1, поехали. Песня называется Unnatural. Меня преследуют небыстрые песни в последнее время. Хотя мне интересен микшинг здесь. Он неплохой такой. Хорошо выделен голос, мягкий и ударный. Угу, ускорение идет. Какое-то. Подготовка к ускорению. Блин, каером красивая. Если честно, меня немножко здесь мешает высокий голос, слишком, он перекрикивает мелодию, но в целом это пока неплохо. Рэп-секция неплохая. Блин, еще тут красивые, у них, они, по-моему, да, раньше так не одевались, так стильно. Вот тут хороший разгон, здесь высокий голос очень в кассу. Хорошо. Неплохой приход. Мне он что-то напоминает очень сильно. По-моему, один из треков After School. Возможно, даже японский. Вот здесь вот этот высокий голос мешает немножко. Он, по-моему, лишний. Любопытный переход, неожиданный. На мой взгляд, песня балансирует на грани того, чтобы рассыпаться, но не рассыпается. Блин, хореография хорошая. И они хором очень здорово здесь поют. Это так хорошо аккомпанирует песни. Вообще, я должен сказать, господи, звук принтера, по-моему, это был похоже на принтер, по крайней мере, очень, или кассеты доставаемые, не знаю. Вообще, наверное, это одна из наиболее зашедших мне песен Cosmic Girls за последнее время. Это не то чтобы прям какая-то моя любимая у них вещей, но, блин, это хорошо, это неплохо. Есть здесь несколько моментов, которые... Что же это напоминает? То ли действительно After School одна из вещей... Давайте я пробую найти, найду, хорошо, нет, нет. Окей, я прям не нашел, чтобы один в один, даже близко. Все равно мне что-то напоминает, напишите в комментариях, если вы тоже этот момент, на который я укажу, напомнит. Я нашел кусочек, который отдаленно напоминает из, так я и знал, After School, песня
Очень классная вещь, кстати, необычная, но классная. Обязательно когда-нибудь я сделаю на нее реакцию. Прям таки обещаю, гарантирую. Но, в общем, ладно, давайте еще раз послушаем. Постараюсь более как-то адекватно игру больше поговорить. Почему вот... Понятно. Ну, во-первых, повторюсь, мне такой стиль одежды девчонок очень нравится. У них до этого была милота сплошная почти всегда, а тут прям костюмчики. Хорошее начало, спокойное, чисто с вокалом. Голос еще более глубокий, хорошо, низкий. Син вступает на фоне, более высокий голос. Мы готовимся к разгону, к чему-то более энергичному. О. Вот, смотрите, я имел в виду вот это. Ну, опять же, очень отдаленно, но скажите, может, я вообще не прав. Что-то общее есть, это Гаин. Какая она офигенная. Какая она офигенная. Вот, нет, ни один в один даже близко, просто нечто, не какие-то общие моменты я нашел, и все равно что-то еще это напоминает, но просто не могу вспомнить, что именно, еще больше. Вот прям перед началом припева такой кусочек. Не могу вспомнить, ладно, потом, может быть, вспомню. Здесь высокий голос нормально, хотя я, честно говоря, мог бы обойтись без него. Слишком высокий для меня. Ну, второе прослушивание, как-то я с этим больше смирился. Опять-таки, низкие такие электрические синты, такие приятные. Бочка такая хорошая, мягкая. No way. Меня немножко вот слишком высокий голос выбивает из песни, честно скажу. Этой вещи, мне кажется, подошло бы вот, чтобы они все более низком тоне пели. Ну вот прям все, вот даже те, кто привычно поет высоким очень голосом. Вот как-то лучше, наверное, так было бы, мне так кажется. Хотя бы вот так. Вот, очень приятно. Да что ж, нет, напоминает. Нет, все-таки не ш, а что-то другое. Как всегда вспомню, когда буду монтировать. Ёлки-палки, так всегда происходит. Или выложу и такой, точно. Ну ладно, вы мне напишите в комментариях зато. Вот тут голос недостаточно высокий, мне это нравится. Хотя все равно немножко вот фоновый голос, который постоянно так высоко поет, он немного сбивает, потому что, ну, он мешается. Тут просто сильный голос. О. Это очень меленько на самом деле. Тут у нас на Ярым засмотрелся и перестал слушать, воспринимать музыку. Хороший выход. Вот этот переход очень был неожиданный какой-то. Причем нет, он меня не сбил с песни, я просто такой, ох ты, ничего себе. Оп. Вы что, поняли, что произошло? Я не понял. Там как будто бум-бум-бум, синт немножечко, как будто сбился. Забавно. Опять сильный вокал. Бум-бум-бум-бум-бум. Это вообще хорошо, что они основную мелодию вот так вот. На эти.
инструменты перенесли. Ударные опять пошли. Какие-то барабаны. Блин, опять Ярым с вот этой девчонкой, по-моему, танцуют. Ну, хотя не, она, по-моему, с другой танцевала. Она у них вообще просто в клипах, вот в лучших песнях, причем Ярым обязательно с кем-то танцует. И это всегда дико секси. На фоне есть многие голоса, несколько голосов звучит. Окей, со второго прослушивания меня гораздо сильнее вставило. Может, это сканирование? Я не понимаю, что это такое. А, в общем, мне понравилось, на самом деле. На мой взгляд... Давайте я вспомню просто, что помимо моей любимой песни было у... Cosmic Girls, так, просто на скидку. Ну, нет, нет, Butterfly нет, безусловно, Catching тоже нет, это старая вещь, но и это самое, нет, 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 ну, точно нет, видишь, нет. В общем, нет. Определенная, самая моя любимая, разумеется, остается Miss A View, она бесподобна, но, по-моему, на второе место выбралась Unnatural. Песня, кстати, про то, как девушка себя очень неестественно начинает вести, видимо, перед красивым парнем. Или девушкой. Мы не исключаем ничего такого, да? В общем, как только она его и ее видит, она сразу же начинает как-то запинаться, становиться неловкой. В общем, она себя ведет неестественно, дыхание сбивается и так далее и тому подобное. В общем, классно. И, кстати, просмотров у них достаточно много. Вроде неделю назад вышло, а уже вот в... На Ютубе я вижу в топе 10 миллионов просмотров. Молодцы. У них, в принципе, никогда сильно много клипы не набирают. Я вот смотрю, ну, это, видимо, с их канала официального. Unnatural 10 миллионов, Same Same 12 миллионов, Butterfly 21, Secret 12, тоже Ivish 13. То есть это, скорее всего, выйдет на там какое-нибудь второе, может, даже когда-нибудь на первое место. В общем, молодцы. Ко второму прослушиванию у меня часть претензий снялась. Все равно в некоторых местах я бы голос... сделал не таким высоким, не таким выделяющимся, тогда бы было бы еще круче. Но в целом, это причем абсолютно не в стиле предыдущих работ, пожалуй, Cosmic Girls, и хорошо. Ну, молодцы композиторы, какие-то не сильно известные. Там один из них работал, микшировал фингертип у G-Friend. Все остальные работы ни одного из композиторов меня абсолютно никак не цепанули. Фингертип — хорошая вещь. Вот, но... Пожалуйста, получите, распишитесь. В общем, да, напишите, как вам, понравилась ли вам эта вещь, зашел ли вам это камбэк, вернул ли он вам веру в группу, мне лично вернул, например. Я и так за ними следил, уж более они классные, но тем не менее. Вот, и поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик, разумеется. Ну, если вы прям хотите, и вы прям не против меня поддержать на Патреоне, то я буду очень-очень благодарен. Ссылка вот здесь. А люди, которые меня уже поддержали, они вот здесь. Ну, точнее, вот здесь, вот повсюду они вот здесь.